эфире программа «День города». В студии Наталья Новикова. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Под крышей дома своего житель одного из рязанских домов совсем не чувствует себя в безопасности. Припарковаться и не застрять парковки города стали местом прохождения квеста. Счастье есть. Рязанцы верят в светлое будущее. Нет ничего более постоянного, чем временные трудности. Еще в 50-е годы одно из предприятий, тогда еще Советского Союза, построило в поселке строитель общежитие для рабочих. Сейчас там по-прежнему живут люди, только вот и никакой уверенности в завтрашнем дне у них нет. И дело не только в отсутствии газа или кухни как таковой. Уже не единожды крыша здания проваливалась, что становилось причиной несчастных случаев. На месте побывала Анна Герцовская. Дом на Качевской, 18А, в поселке Строитель, по словам жителей и самого председателя ТСЖ, не стоит на балансе и не принадлежит ни одной из управляющих компаний. Раньше люди боролись, чтобы наш дом передали, чтобы ЖЭЛ какой-то обслуживал. А ЖЭЛ не надо его брать. ЖЭЛ не хочет брать этот дом. Зачем еще один сарай старый? Старый сарай – это дом из 37 комнат, в каждой из которых есть раковина, спальные места, в притирку стоит мебель. Люди пользуются электрическими плитами. Газ был отключен в далеких 80-х после расселения дома. Вот я начала заниматься этим домом, собирать документы. Оказывается, в 1953 году построили дом «Химволокно». Вот, построили его как времянка. Вот, здесь это самое, люди жили, потом они получили жилье в дошках песочных. И этот дом стоял без окон, без дверей. Тут появилась какая-то организация, подшаманили, подделали и начали продавать эти комнаты. В 90-х здесь вновь появились люди. Жильцам самим пришлось подключать свет, воду. И по сей день они своими силами ухаживают за домом, боясь лишний раз поставить что-то тяжелое на пол или дать порезвиться детям в коридоре. Уже трижды в этом здании происходили обрушения крыши. Один случай закончился трагедией. Погибла женщина. Да, это произошло в одной из комнат 2009 года. То есть 9 мая, где-то в часов 10, наверное, пошло у нее обрушение. Мы просто не успели ее, потому что бабушка была инвалидка. Пока мы комнату взломали, то есть уже лавина пошла с потолка, вот, и придавила насмерть. Потом в 2010 году то же самое. Такая же ситуация у нас была, только в другом крыле комнатки. Я проживаю с двумя детьми, мне как бы страшно за своих детей. Вот, то, что не сегодня-завтра придавят как бы моих детей. Вот что думает на этот счет председатель ТСЖ. По словам жителей, половину стоимости ремонта крыши оплатила администрация города, другую – они сами. Не так давно обрушение произошло в еще одной комнате. Жительницу спас натяжной потолок. При этом председатель ТСЖ ежемесячно собирает средства на ремонт дома. Заставляют людей собирать по 200 рублей. Что значит собирать? То есть эти деньги уходят в никуда. Мы один раз собрали собрание, на что он нам ответил, что он эти деньги просто-напросто... пропиваем, скажем так вот. Куда же эти деньги уходят на самом деле, не знают сами жильцы. Дом снаружи стянут канатом, который держит эти скобы, иначе здание развалится. Из ремонта стоит отметить заштукатуренную стену в душевой комнате и заново положенную плитку. Душ один на все 37 комнат. Раньше в стене была сквозная дыра на улицу. Жители периодически красят здесь плитку, стараются следить за помещением. Но они не могут остановить обрушение потолка и стен. От этой антисанитарии, которая творится в доме, у жильцов масса проблем. Канализацию чистят они сами. Между стен дыры, подвала как такового нет. Отопление к дому подключается сразу с улицы. У нас атаковали крысы. У нас ходят табуном крысы, не дают нам никакого покоя. Вот. Как бы дело в том, что мы постоянно отравили их, то есть ничего такого. Вот крысы, как бы, то есть они ходят свободно, как будто ни людей, ничего они не боятся. Здесь проживают в основном многодетные семьи, матери-одиночки, пожилые люди. Крысы, тараканы, мыши, дети этого боятся, не спят одни в своих кроватках, а забираются к родителям. Кроме того, дети имеют различные заболевания именно из-за условий проживания, сырость, духота, так же, как и старший сын Марии. Бронхиальная астма, то есть врачи рекомендуют съехать, но съехать я никуда не могу, потому что я одна проживаю с детками, то есть мне съехать некуда. И вот родственников у меня никого нет. И я вот вынуждена проживать в таких условиях со своими детками. Это ужас. Пневмония, ОРВИ, бронхит. Все. Хорошо, вот у нас есть возможность в деревню уехать на каникулы. И там вот они дышат свежим воздухом, отдыхают. Еще одним плохим фактором для людей станет то, что в ближайшее время председатель ТСЖ намерен лишить их сушилки для вещей. Опыт таких действий в этом доме уже был. Рассчитанную на всех жителей кухню ранее отремонтировали и продали как комнату без согласия жильцов.
Здесь у нас осталась последняя сушилка, которой мы пользуемся. Даже и это хотят от нас отнять, от наших детей. То есть, получается, если он продаст эту сушилку, нам просто, понимаете, негде сушить белье. Это единственное, что у нас она осталась. Потому что в комнатах сушить невыносимо. Повесили объявление, что освободите свои вещи, потому что здесь будет проводиться какой-то якобы ремонт. Но нам уже позвонили, сказали, что никакой не ремонт, что просто помещение будет продано. Сушилки там не будет. У меня ни кабинета нет, ничего. Мне даже вот ручку с бумажкой положить некуда. Им что, надо в своих комнатах сушить вещи? Если сушилка предназначена для вещей, а не для того, чтобы вы сидели с ручкой, с блокнотиком там. Хорошо, а где мне сидеть с ручкой? Где мне там и инструмент какой-то там? Не знаю, хотя же те самые хомутики положить, куда мне? Председатель ТСЖ предлагают сушить вещи людям на улице. Это противозаконно, ведь решение о применении сушилки должны принять сами жильцы общим голосованием. По всем проблемам они неоднократно обращались в различные инстанции. Для того, чтобы их дом вновь признали аварийным, им необходимо создать межведомственную комиссию. Для этого осталось провести независимую экспертизу стоимостью около 60 тысяч рублей, которые жильцы собрать не могут. Они просят представителей власти помочь им с этим вопросом и обратить внимание на их проблемы, пока дом не попал ни в одну из программ по расселению. Между тем, сейчас жители могут еще раз обратиться в жилищную инспекцию по поводу своих проблем и правомерности использования сушилки. В свою очередь, скорее всего, им может помочь и переизбрание председателя ТСЖ, который займется решением вопросов людей, а не собственным кабинетом. Зима продолжает приносить свои печальные плоды. Сложные дорожные условия, наложенные на невнимательность за рулем, сегодня утром стоили жизни 5 людям. Не обошлось без дорожно-транспортных происшествий и в выходные дни. Подробности далее. 16 января в аварии под Рязанью погибли 3 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Инцидент произошел на трассе М5 в Шиловском районе. Как сообщают очевидцы, ВАЗ-2107 лоб в лоб столкнулся с Ford Focus. Обстоятельства ДТП уточняются. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир легкового автомобиля, а также находившаяся в салоне транспортного средства 4-летняя девочка от полученной травмы погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. По данному факту ДТП проводится проверка. Еще 2 человека погибли в аварии в Михайловском районе. Инцидент произошел сегодня, утром в 9 часов, на 218-м километре трассы М6 в Михайловском районе. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, по области грузовой автомобиль столкнулся с внедорожником Great Wall. На ликвидацию ДТП выехал пожарный автомобиль и 3 спасателя. Обстоятельства уточняются. 60-летний мужчина, управляя «Жигулями» 7-й модели, по предварительной информации выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ford Focus. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Жигулей» 7-й модели, а также ехавшие с ним 2 мужчин от полученных травм скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Не проехать не пройти. В принципе, привычная зимняя ситуация. То ли снег идет слишком быстро, то ли убирают его слишком медленно и не везде. В любом случае, результаты налицо. Анна Герцовская прогулялась по улицам нашего города. Если дороги в нашем городе худо-бедно почищены, по крайней мере, по центральным улицам города передвигаться вполне возможно, то вот в конечных пунктах назначения начинаются проблемы. Куда деть автомобиль, при этом не перегородив проездную часть, вообще непонятно. Все занесено снегом. Рязанские водители пожаловались на сугробы и на платной парковке в центре города. По сравнению с бесплатной частью города, здесь на самом деле все не так уж и плохо. И тем не менее, карманы у бизнес-центра на улице Радищева засыпаны снегом. Из-за этого приходится оставлять машины на проезжей части или вдали от здания. Недовольные водители задались вопросом, имеют ли право брать с них плату за пользование парковкой, если эта услуга оказывается некачественна. Ну, судя по тому, что у нас машина в сугробе стоит, я думаю, не особо хорошо убрано. Можно сказать, не убрано совсем. Добро пожаловать в сугроб. Как вам платные парковки наши? Как вы считаете, должны чуть почище быть или нет? Конечно. А что, вам не нравится в сугробе стоять? Нет, не очень. Почему? Потому что в сугробе.
Не вылезти, не залезть. Заметены снегом и тротуары, причем не только естественным природным способом. На некоторых сугробы образовались из-за того самого снега, который был счищен с проезжей части. В итоге передвижение пешеходов, равно как и водителей, напоминает преодоление не очень захватывающего, местами опасного и очень раздражающего квеста. В Рязанской филармонии вот-вот откроется новый интерактивный музей. Площадка будет называться «Рязанские хоромы». Сегодня новшество было опробовано на рязанских журналистах. Впечатлениями поделится Ирина Ковалева. Редко когда журналистов встречают с такими почестями. На музейной интерактивной площадке «Рязанские хоромы» представителей СМИ напоили чаем, накормили пирогами и познакомили с историей развития и особенностями Рязанского государственного русского народного хора имени Евгения Попова. Этот коллектив на сегодняшний день является визитной карточкой нашего региона. О нем знают далеко за пределами не только Рязани, но и страны. На протяжении 70 лет хор развивался, пополнялся его репертуар, но одно оставалось неизменным. Любовь к русской народной музыке и русской народной песне. На музейной интерактивной площадке, созданной Рязанской филармонией, можно не только послушать русские народные песни в исполнении знаменитого хора, но и самим спеть, сыграть на исконно русских инструментах и даже станцевать. Конечно, мы будем это представлять как туристический проект. Таким образом, мы расширяем деятельность филармонии. На самом деле, мы и в том числе позиционируем хор как что-то родное, близкое, недалекое со сцены. А именно то, что можно попробовать самим спеть, танцевать и костюмы посмотреть. И тем самым еще раз сказать, что хор – это наш родной, исконно родной, и это все очень актуально. С другой стороны, мы в центре. Буквально, в смысле, в центре города. И не задействовать эту площадку для гостей города, и не показать самое главное интересное, ну, это было бы обидно. По словам директора Рязанской областной филармонии Галины Соколовой, считать данный проект открытым пока рано. Представители средств массовой информации стали первыми, кто посетил интерактивную площадку. Таким образом, сотрудники филармонии решили поздравить нас с прошедшим днем печати. Но в ближайшие месяцы рязанские хоромы будут работать в тестовом режиме. Проект будет совершенствоваться и дорабатываться. Официального открытия, по всей видимости, стоит ожидать на масленичной неделе. 68% рязанцев верят в светлое будущее и считают, что следующее поколение россиян будет жить лучше нынешнего. Исследование распространил финансовый университет при правительстве России. По доле жителей с таким мнением областной центр разделило 29 место среди 79 изученных городов с населением больше 250 тысяч человек. Исследование проводилось в три волны. В каждом городе опросили не меньше 600 человек. Галина Ершова решила перепроверить столь радужные данные и пообщалась с жителями нашего города. Ну, конечно, надо всегда верить в лучшее. И надеемся, что они будут жить лучше, чем мы. Чтобы самое главное был мир и не было чего-то... войны. Знаете, вот так вот очень надеюсь, но не верю. Человечество всегда же движется в развитии, правильно? Оно же никогда не деградировало. Еще никто в обезьяну не превратился у нас. Все лучше и лучше. Все, надеемся. Уж умирать скоро, мы все надеемся на светлое будущее. По каким критериям можно, на ваш взгляд, определить, что будущее стало лучше, что светлое? Люди свободнее стали, меньше работают, труд более оплачиваемый. Чтоб достаток был всегда, как говорится, не нуждаться в чем-то, чтобы было купить, чтобы здоровье было, чтобы можно пойти, как говорится, полечиться как следует, чтобы встретили, а то придешь, скажут, у вас возраст. В 40 лет придешь, все возрастное, говорю, и в 60 с лишним, говорю, все у нас возрастное. Улучшение жизни людей. Не на такие вот грязные дорожки, тротуары, как мы сейчас наблюдаем, а, скорее всего, на более лучшее что-то. Я думаю, чтобы коллапс этот автомобиль не разгрузился. Я думаю, что, скорее всего, наша молодежь разовьет все-таки. И мы скоро будем летать на аэроавтомобилях. Знаете, по преступности сейчас она понижается, безусловно. По развитию. Давай тоже добавим. По уровню доходов. Будет меньше плохих поступков. Люди больше будут делать хороших. И не будут
будут ссориться. Мы с вами без высоких чинов. Как можем помочь построить это светлое будущее? Что можно сделать самим? Голосовать. Ну, просто надо быть добрее к друг другу и все. Ну, сейчас молодежь более раскованнее, более уверенная, более информирована. Поэтому я думаю, что вся надежда на них. Все в их руках, пожалуйста. Добрее быть друг другу, наверное. Относиться с пониманием друг к другу. Меньше обманывать. То, что у нас очень много в России происходит. Обман, обман, кругом обман. Поэтому как быть честнее, добрее будет лучше. А что бы вы хотели, может быть, пожелать там, современному поколению, следующему поколению? Вот, чтобы они жили действительно хорошо. Ну, чтобы хорошо, чтобы поактивнее были. Как-то все-таки сообща, в общем, строили, интересовались жизнью. Создаем семью, светлое будущее. Что? На этом все. Новости и другие авторские программы смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами. До завтра и хорошего продолжения дня.